Game on. Ё-моё. А я и не знал, что сегодня. Ладно, давайте заберем. На самом деле, я вам сейчас... Ой. Я вам сейчас даже покажу, ребят. Всем привет, с вами ММА. И я не ожидал зайти и увидеть вот это. А в чем была логика закрыть его? Вот эти 4 дня оставались. Блин. Я вам не смогу показать, но... У меня вот там, на донышке, 2-3 катки я специально оставлял, чтобы записать. И они их закрыли. Ну, типа, в чем логика вот эти 4 дня не играть? Не понимаю. Можно было так заставить, чтобы ребята еще 4 дня покатали. Тем более, сезон же все равно подвязан к Бравл Пассу. А он заканчивается через 4 дня. И как бы я этот момент упустил, я не знаю почему так, но это пипец. Кстати, ребят, вот вы все код подрубаете, поддержите меня, спасибо большое всем. Но есть офигеть какая новость, и не сказать, что она прям хорошая. Прикиньте, вот допустим, даже взять бомжа, какой принцип? Вот, допустим, вы что-то... Вот у меня сейчас 1800 гемов, да? Вот я кого-то купил там. Ну, мне, смотрите, толком скинов даже недоступно. Ну, вот Джесси купил, да, с кодом. И все, эти 149 гемов засчитались, как трата. И какой-то небольшой кэшбэк приходит ко мне. Но теперь игроки, не донатеры, которые вообще не донатят, никогда не покупают, так сказать, Fire to Play, они теперь не смогут поддерживать своих авторов вообще никак. Потому что теперь расход гемов не будет считаться. Теперь будет считаться только покупка. Но я сейчас не могу пример показать, потому что мне и так все доступно. Но, допустим, вот тут какая-то акция, да? Допустим, там 700 гемов за какие-то рублики или другую валюту, смотря вы откуда. Вот вы подрубаете код, покупаете эту акцию, и вот она считается. А вот если вы тратите эти гемы, они уже не считаются. То есть я на бомже раньше сам себя поддерживал. Я копил на сезоны Бравл Пасса и покупал их с кодом. И получал там, ну, понятное дело, не особо прям кэшбэк громадный. Но что-то приходило даже от бомжа. Теперь бомж уже никак не сможет, потому что бомж — это аккаунт без доната. Блин, честно говоря... Я очень расстроен, но даже не столько, сколько про код на данный момент, сколько то, что сезон. Блин, я там третью мифику специально чуть оставлял под вечер. Давайте я там пару каток сыграю так, чисто чтобы вам не какой-то Бравл Толк там, Бравл Толк, вот это Бравл ТВ показывать на фоне, а что-то нормально. Типа, например, мои катки. Я, кстати, Дина в тиме. Вот что это было? Через стенку не работает. Потому что я специально пару каточек оставлял, но это просто пипец. Я еще чуть сбился с мысли. Ну все, ой, мы не побеждаем. А вот теперь побеждаем. Под вечер, дай чуть звук потише сделал, а то он меня сбивает. Раз, два. Ой, он очень высоко. Ёшкин кот, я думаю, что за фигня? Надеюсь, вам нормально было слышно все это время, да, это то, что происходило. Да, я потом проверю еще. Хотя исправить вряд ли смогу. Сейчас бы, если бы... Так вот ты что-то убегаешь от него. Как я, по-твоему, должен там биться под рикошетами? Сам ему просел по флангу и потом назад такой. Я тут чуть-чуть упустил, может, поможешь? Офигеть, тиммейтом. Хотел там просто всех на 800 добить, но, походу, это не получится сделать в этом ролике.
Это не как пушкубков силовая лига, когда ты там где-то уже более-менее повыше сидишь. Там не получится так на изи просто ночью фармить, потому что у тебя соперников хороших не будет. Ну и у тебя таких же тиммейтов не будет нормальных. И в итоге... Нет, снаряд! А, этот чел до сих пор не может ни на одного метателя выйти, офигеть. Ну, с горем пополам. Окей, пока я отлетел, как раз есть возможность. Тебе будет давать очень плохих тиммейтов. И не дай бог, ты с этими тиммейтами сольешь. То есть, допустим, ты на фиолетовом там сидишь втором, тебе дали там алмазную лигу третьих тиммейтов и также оппонентов. Не дай бог ты такой команде проиграешь, у тебя заберут, не знаю, сразу 3-4 катки минимум. А если ты их победишь, тебе дадут максимум 0,5, то есть полкатки. Полкатки и все на этом. Поэтому силовая лига очень прикольный режим в плане вот этих банов, в плане того, что пики не могут быть одинаковые. Это очень интересно и универсальная тема. Но, блин, но нюанс с тем, что там особого веселья нету, когда ты хотя бы чуть-чуть поднимешься, все, это трындец. Вот как-то так, ребят. По поводу кода, посмотрим, пока непонятно вообще, к чему это ведет, но... Но в любом случае, обидно за тех ребят, допустим, даже не беру там только о себе, да, речь, то есть те, кто меня поддержит, что-то еще. Допустим, там, взять в пример просто игроков, которые не донатят, но хотят там своих авторов поддержать, которые им нравятся и так далее. Уже такого не будет. Вот такая вот тема. Слушай, ну я дамага вообще накидал нормально. Правда, меня вот этот вольт достал. Смотрите, ребят, такая с лабиринта. Лови аптечку. Мы побеждаем по дамагу, мне кажется. Потому что я там столько накидал, что пипец просто. Да, уходи. Окей, okay. Есть победа. Ну, в общем, как-то так, ребят. Грустный сегодня денек у меня, потому что я вообще не ожидал. Я не следил, хотя, наверное, моя вина. Я должен был следить, да, когда этот сезон силовой заканчивается. Потому что, ну, до третьего так бы дошел. И сколько бы дали там? 17500, по-моему, 20к дали бы вместо 17500. В любом случае, до 500к теперь будет изи пушиться. Силовая... Гонка, она была бы послабее, то есть в силовой гонке ты подвязан к команде, ты стабильно должен с командой играть, в соло ты столько никак не запушишь, с рандомами тем более, с рандомами ты максимум можешь взять планку, и то это будет надо постараться, 1200 поинтов вот этих, чтобы получить там сколько, там, вот это сюрприз. Вот звука не слышу, телепорта, что кто-то перешел, почему этот звук не работает, я не пойму. Джин-бот, по-моему. Давай, Биби, хорош. Все, ты можешь просто уходить. А, ты еще решил забрать его. Биби-би, ты... А, ты мог достать, да, это если бы чуть не отлетел бы. Ну ладно, пофиг. Но главное не фить ему. А, не, он побеждает. Но это вот как раз последний момент, когда ты сам пошел на него. Теперь он тебе не даст уже ничего сделать. Да. Зря ты, конечно, полез на него. Ну, типа, еще и Джеки этот момент. Я вообще ее не ожидал увидеть. И звук, телепорт не работает. Блин, еще бы одну попал, было бы круто. Просто, просто вообще бессмертный. Даже, блин, весь дамаг, да, все равно не хватит.
И я не договорил по поводу силовой гонки, силовой лиги. Типа в соло можно реально здесь каждый сезон нормально понимать. Даже учитывая тот нюанс, что, ну, типа, разница колоссальная. То есть по времени, там целый сезон надо играть. Сколько он длится, я не помню, блин. Карта вот это вообще чисто, блин, залететь на рандом куда-то. Кто вот именно с нее начал, я не понимаю. Типа, прикольный же режим, почему начинать его с вот такого фан, с фан-контента, блин. Непонятно. Ну и перс у меня, понятное дело, неподходящий. Я просто сейчас апаю всех на 800. Ну ладно, давайте сейчас по-другому сделаем. Че, прима дождемся? Давай, выходи. А вот и Сэнди. Где этот? Вот, идет. А, не, он через другой пошел. Ну ладно, тоже раскроем, чтобы вот так, если залетел. Фига, он прогибом кинул. Но все равно она вернулась. Дайте ульту накоплю. Найс. Так. И вот здесь осталась точка. Вот тут. Все. Погнали. Вот сейчас звук был, слышали? Хорош, Тик. Сейчас помогу, бро. Все, победа есть, да? Да, есть победа. Но мы не добиваем снова. В общем, как-то так, ребят. О, кстати, Эль Примо свой. Грустно выдался денек. Нюансы по коду. Силовую просрал. И в целом, жизнь, она так и строится. Типа, бывают хорошие моменты, бывают плохие. Но силовой реально сгорело. Когда я зашел, увидел этот экран. Это просто пипец. В общем, с вами был ММА. Всем удачи, ребята, и всем пока.